така очікувана сутичка. Мануель Амар і Герман Городецький у нас сьогодні за бронзу, за третє місце. Ми хотіли побачити Германа з Омаром, але ми хотіли побачити їх за золото. Але за бронзу теж неплохо. Менше з тим, дуже гідні сьогодні опоненти у них були. І по праву абсолютно здобули можливість боротися за золото. І зараз спостерігаємо за цією сутичкою. Герман намагається прихопити там шию. Захищається Омар обережно і берено. Ефектно Герман впригнув в удушення на шею. Але ноги зараз, знаючи, як Омар працює з ногами. Да, дуже важливо захищати ноги. Інтересний блок ног зараз. Омар блокує однією ногою Германа, іншу ногу. І виходить, що дуже трудно Герману в даній ситуації двигатися і поміняти щось в цій позиції. Поэтому ждем скорее действий сейчас Омара дальше, чем Германа. Или, как вариант, Омар сейчас выжидает ошибку Германа в защите. Ну, без цієї руки, яку зараз захопив Герман, також Омару важко щось буде зробити. Вирішили розрубати, хлопці, цей гордіїв вузол. Но Омар очень хорошо контролирует ноги. Судья поправляет ногу Омара, потому что там был заход на нерипинг, который мы уже встречали сегодня. И могла бы быть дисквалификация. Скрутку вовнутрь, если бы еще. Там очень тонкая грань на самом деле с заведением ноги в другую сторону, вовнутрь, с неестественный сгиб коленного сустава. То есть если там на середине бедра супер все допустимо, если завести чуть дальше за середину бедра, это предупреждение, а если совсем завести даже на среднюю линию корпуса и еще при этом держать, блокировать ногу, все, это чистая вода дисквалификация. Снова Герман не отпускает руку израильского борца. Да, у Германа сейчас работа полностью идет на защиту ног. Как уже рассказывала ранее, для того, чтобы избежать болевого на ноги, стоит перевести весь свой вес на ногу, которую блокируют, на которую пытаются сделать болевой. Да, иначе, если этого не сделать, то болевой обеспечен. Грубо говоря, как только твоя нога остается в висячем положении, то есть в воздухе, то очень просто сопернику заблокировать ее и сделать болевой. Намагався обійти захист опонента Герман Городецький. Омар сейчас работает в полугарде. Только что мы увидели его не армбара, а кимуры, болевого на плечо. Да, это делается обычно из гарда. Либо вот как сейчас была позиция халфгарда, то есть когда блок идет только одной ноги. Чотири хвилини, 3,5 хвилини відборолися хлопці. Герман пішов в атаку. Ну, принаймні, слід було провести, побачити реакції, скажімо так, ізраїльського спортсмена. Як я вже говорила, що зараз у ребят є отлична можливість ризикувати, іменно ризикувати позиційно, тому що нету балів за позиції. Ми охотимося тільки за болевим, либо за душаючим, тому що наш турнір – це сабмішн. Заключається вся робота на болевой, либо душаючий. Ну, десь можна було передбачити, що таким от непростим, в'язким, дуже конкурентним буде це протистояння. Так і виходить. Да, ну, тому що це вже боротьба за бронзу, і ребята пройшли достатньо длинний путь виходу із своєї групи. Травмувався ізраїльський спортсмен, судячи з усього.
І продовжує, втім продовжує, продовжує боротьбу. Але в стійці дуже важко він пересувався. Звісно ж, можна цим скористатися, принаймні спробувати. Ну, в цілому, бразильське джиу-джитсу построєно на боротьбі в партері. Тільки якщо в тому випадку, якщо ти хороший в дзюдо, ти можеш поборотися в стойці. На самом деле, большинство ребят, очень много ребят, изначально садятся вниз и работают уже снизу. То есть то, что Омар классная попытка прохода была у Германа. То, что Омар сел изначально вниз, это его стиль борьбы. Я розумію, просто у нього травма ноги, і це конечно. Так чи інакше шанс для Германа. Возможно. Можливий шанс. Вот сейчас мы уже видим второй раз Герман, второй раз за турнир Герман выходит на удушающий, на брабо. Это удушающий, на который заходит с сайд-контроля, с удержания со стороны, блокируя руку и шею одновременно. В прошлый раз Герман победил этим приемом брабо, но еще к тому же поменял позицию из сайда в маунт. Помним, что у Омара его фишка – это заход на колени и, соответственно, вынос всех коленей, которые попадаются на его пути. У ребят остается 2 минуты. Что будем пробовать еще, Герман? Очень интересно наблюдать, как разные атлеты используют тайминг в своей борьбе. То есть кто-то распределяет силы равномерно, кто-то выкладывается в самом начале и, например, заканчивает болевым либо удушающим. На кимуру заходит. Это скорее была попытка американы, когда происходит излом руки. Але така спроба, скажімо так, недостатньо. Но не до конца была заведена вторая рука для того, чтобы закончить. Остается минута. И, видимо, сейчас мы увидим какой-то взрыв либо у одного, либо у второго, либо у двоих одновременно. Отличный знову, проход, знову была чудово. Суперобманка. Вполне вероятно, что Герман... Ага, переход на бейсбол-чок. Но нет, Омар заблокировал действие, а Герман еще к тому же блокирует его коленом на животе. Обидва спортсмены демонстрируют, я бы так сказал, интеллектуальную борьбу. Герман пробует делать болевой... Пробовал. Ледь не потрапив на задушливий тим часом. Когда отвлекаешься на ноги, то очень большая вероятность пропустить что-то еще. Нужно быть предельно внимательным. Еще одна попытка работы со стопой, но заканчивается время. Видимо, сейчас будем бросать монетку. Сейчас остается позиционная борьба. Позиційна боротьба, і, як на мене, тут є певна перевага у ізраїльського спортсмена. Ну, знову ж таки, це все відносно, все відносно. Непонятно вообще в позиційній боротьбі. Ага, значить, Омар вибирає позицію, і це удушення, це бек-контроль. Мы видим ремень безопасности seat belt. Сейчас задача Германа продержаться как можно дольше, чтобы Омар его не задушил, потому что следующая попытка удушения, следующая минута будет Германа. Ну, а краще не протриматися якомога довше, а уникнути взагалі задушливого прийому. І є хороший шанс для цього Германа Городецького. Молодчинка, Герман. Но в это время отлично. Позиція утеряна. Впорався ситуацією український борець. Это значит, что если сейчас, в следующей минуте, Герман задушит Омара, то он выиграл бронзу. Итак, сейчас ему нужно будет максимально быстро задушить. Не максимально, просто задушити, ну, хоч да, якось задушить, за хвилину. Да, не потеряв позицію, но не вдається. Позиція утеряна. І позиція утеряна быстрее, чем її потерял Омар.
Ага, они снова выбирают позицию. Сейчас Омар выбрал переход в армбар. Было... Время продолжается. Намагається важі ліктя виконати Герман. Український борець. За 11 секунд здався в прошлый раз Герман. Сейчас посмотрим, за сколько здасться Омар. Якщо здасться. Да, если здасться. Накульгуючи, крокує Омар до рефері. Ось цей важіль ліктя, який пройшов. А чи міг, до речі, Омар обрати позицію, яка б дозволила йому провести свій улюблений больовий на коліно? Это значит, что нужно было начинать либо с позиции открытого гарда, но это не супервыгодная позиция, поэтому это, в этом нету смысла, не было. То есть лучше брать какую-то позицию, которая именно... Майже гарантует проведение приема. Более надежная по удержанию. Бронза у Омара. Израильского спортсмена.